В Махачкале проживает еще одна блокадница, 83-летняя Людмила Сапатова. Накануне ее посетили председатель собрания депутатов Кировского района Эльмира Абиева и депутат Рашидбек Аздемиров. Людмила Сапатова поделилась с гостями воспоминаниями о тяжелых военных временах, о блокаде Ленинграда, которую она пережила, будучи малолетним ребенком, о трудностях, с которыми пришлось бороться людям, чтобы выжить, показала свои старые фотокарточки и медали. Людмила Николаевна вместе с супругом Гаджа Абакаровым живет в Махачкале более 10 лет. Несмотря на возраст, ведет активный образ жизни, находит время встречаться со школьниками, рассказывает им о событиях, которые она видела своими глазами. Вы для нас являетесь примером силы духа, трудолюбия и патриотизма. Мы желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения близких, душевного спокойствия и благополучия. Спасибо. А сейчас самое главное, чтобы было чистое небо над головой, чтобы солнце светило, чтобы нас радовало это все –